В Испании полиция задержала главарей русской мафии. Спецоперация под названием «Ява» проходила в населенных пунктах Каталонии. Об этом сообщают сразу несколько местных изданий. В результате были арестованы 6 человек. Среди них граждане нашей страны, Украины, Узбекистана, Казахстана и Армении. Преступники подозреваются в отмывании денег и подделке документов. Следователи проводят обыски в квартирах воров в законе.